Андрей. Андрей. А? Что случилось? В каком смысле? Ну, почему я здесь? А, прости. Возможно, транзиторная ишемическая атака. Ты помнишь вчерашний день? Кажется, я... Я забыла на работе телефон, заехала. Встретила тебя. Угу. А дальше? Дальше я не помню. Привет. Привет. Вы что, с ума сошли? Почему раньше не сообщили? Да не было времени. Ты как, тебе лучше? Мы тебе вещи кое-какие привезли. Ты нас так напугала. Что случилось? Считает, что переводиться в Питер – это глупо. Не, попытался я объяснить, что в конце концов мы же не бросаем учебу. Жалко уходить. Так ко всем привыкла. Тогда оставайся. Мы переводимся вместе, как и договорились. А может, все-таки пойдем на забег? Там всем расскажем. Не, я не пойду. Удивительно. Никогда не думала, что ты трус. Молодец. Не поможете, а? Анна Сергеевна, как вы себя в последнее время чувствовали? Болело ли еще что-нибудь, кроме головы? Склера умеренно гиперемирована. Ничего особенного. Горло болело. Еще зуб болел. Я нерв, наверное, застудила. Да я просто устала. Может быть, давайте я домой поеду, отдохну. Давай мы тебя понаблюдаем. Если все будет хорошо, мы тебя отпустим. Ну, конечно, лучше все проверить. Миндалины увеличены, белесый налет. Да, ладно, я пойду. Надеюсь, диагноз будет поставлен. Лимфоузлы увеличены. Как думаете, что с ней? Пока не могу ответить на ваш вопрос. Просто сосудистый спазм. Анализ показал низкий уровень лейкоцитов. Я пила 2 дня антибиотики. Просто для профилактики. Ты же знаешь, у меня часто ангина бывает. Тут еще горло заболело. Пульс учащенный. А у тебя температура? Ну, это нормально при простуде. Скажи, пожалуйста, а ты контактировала с больным, от которого могла подхватить какую-нибудь инфекцию? Я в больнице работаю. Ань, я серьезно. Пожалуйста. Простите, просто уже немного. Присаживайтесь. Благодарю. Надеюсь, вашу простуду не придется лечить станалом. Да нет. Мне нужно вас послушать.
аритмия по типу экстрасистолии. А это могло спровоцировать спутанность сознания? Она понимала, что терять сознание. Спутанное сознание из-за экстрасистолии не отменяет здравого рассудка полностью. Я же сказал, что у нее не было никакой спутанности. Она была прекрасно ориентирована, она осознавала, что происходит. Но при этом у нее было нарушение речи. Если принимать во внимание симптомы, температуру и аритмию, я бы предположила эндокардит. Нет. Она принимала антибиотики от простуды, это бы его остановило. Да, но пациентка принимала их всего несколько дней. Ну, теоретически инфекция могла попасть в кровь и оттуда в сердце. Надо сделать эхокардиографию и проверить. Я не услышал никаких шумов. Шумы в сердце можно было и не заметить, ведь у пациентки все еще и тахикардия. Пациентку зовут Анна Сергеевна. Так, Андрей, будет лучше, если Анной Сергеевной займется Дарья Александровна. Ты не можешь быть объективен. На тебя слишком много всего навалилось. Ну, тебе надо еще разобраться с обвинением. А мы постараемся быстро поставить Анну Сергеевну на ноги. Спасибо за заботу, но Анной Сергеевной будет заниматься я. И даже не думаю мне мешать. Это против правил, потому что ты не работаешь в нашей больнице. Но в данном случае хорошо. Я не против. Официально лечащим врачом остается Дарья Александровна. Держите меня в курсе. Давайте сделаем эхокардиографию. И посев крови. Через 10 минут я вас жду. Прости меня, я просто... Я все понимаю, Андрей. Держи. Я подготовлю назначение. Мам, обещай, что как только выберешься отсюда, сразу поедешь в отпуск. Когда ты последний раз отдыхала? Ай, не знаю. Я побегу быстрее в лабораторию, тележку потом заберу. Конечно, спасибо. А почему ты не сказала папе, что встречалась с тем парнем, ординатором? Быковым, кажется. Он был явно болен. Я к тому моменту уже была больна. Это не имеет никакого значения. О встрече с тем парнем никто не должен знать. Особенно папа. Это может ему очень серьезно навредить. Каким образом? Я обязательно тебе расскажу, только позже. Пообещай мне, что никто пока ничего не узнает. А я обещаю, что возьму отпуск. Так. А кому-то был прописан полный покой. Все, все. Я уже ухожу. Ну как ты? Мам, про отпуск ловлю на слове. Отпуск? Отличная идея. А помните, как мы в Судак ездили отдыхать? Это что такое? Кровь взяли на посев. Ну-ка, дай-ка я тебе... повязочку наложу. Кажется, главный врач запретил тебя прикасаться к пациентам. А мы главврачу ничего не скажем. Правда, котенок? Ходят слухи, что она очень строгая. Ну, знаете, ходят слухи, что доктор Краснов сумасшедший. Ну. А это Анна Сергеевна, надо срочно в термостат. Надеюсь, бактериальная инфекция. О, привет, привет. О, привет. Как там поживает наша прославленная вторая терапия? Нормально, людей лечим. Как там ваша урология? Мы тоже не калечим. Вы Быкова помните? Быкова? Ну, Олег Быков. Был у вас, пока не перевелся. Слушай, мы первый год, наверное, не застали. Быков здоровяк такой. Помнишь наш первый день? Да мы даже дня вместе не проработали. Да вчера попал в инфекционку. Да, менингококковая инфекция. Говорят, все очень серьезно. Нифига. Да. Ладно, спасибо. Давай. Увидимся. Валера? Не исключено, что тебя вызовут скоро в Следственный комитет по делу Краснова. Ты же посмотрел список, который я тебе отправил? Помнишь, что нужно подтвердить?
хочу этого делать. Просто, смотри, как получается. Я со своей стороны выполнил свое обещание. Но я же могу и рассердиться, много нового про тебя вспомнить. Игорь Викторович, послушайте меня, пожалуйста. Нет, это ты меня послушай, Валера. Все, поздно уже. Краснову в его нынешнем состоянии ничего не сделают. А твоей карьере конец. А знаете что? А мне плевать на свою карьеру. В этой подлости я участвовать не собираюсь. Валер, ну что за пафос, а? Ну, правда. Если тебе плевать на себя, так скажи. Ну, подумай о своей подруге-то. Со свежей печенкой в брюхе. Ну, на нее-то у вас ничего нет. Уверен? В общем, помните тогда... Я наговорила много чего про Валеру. Ну, в смысле, на доктора Лазарева. Да, я помню. В общем, это неправда. Мне просто нужны были деньги. На меня долг большой повесили. Те, на кого я работала в клубе, «Пятый угол». Страшные люди. Это хорошо, что они еще не знают, где я. Вспомни, чем она занимается в ночном клубе «Пятый угол». Я думаю, ее так называемым работодателям будет очень интересно. Где она сейчас? Договорились? Да бери яблочко. Здесь нехорошо, мальчишки, кулер закрывать. Давайте в этот угол. Вот сюда хорошо. Девочки, подойдите ко мне. А. Мальчишки, спасибо. Девчонки, не нужны кроссовки для забега? 38 размер. Купила в интернете, но малые пальцы давят. Енина Станиславовна, не забудете про забег? А вам не нужны кроссовочки? 38 размер. Ой, моя Шахерезада, я ведь помню, у тебя вот такие точно были шортики, а? Ну посмотри, посмотри, хорошие. Не будем первыми, не будем самыми красивыми. Помните такого ординатора Быкова? Олега, что ли? Да. Ну, помним, что? Он в тяжелом состоянии, в инфекционном. А что с ним? Менингокок вроде бы. О, Господи. У кого менингокок? У Олега Быкова. Андрей Николаевич, у нас в системе эхокардиограмма Анны Сергеевны появилась. Никаких признаков эндокардита. При этом держится температура и плюс кровотечение. А что, если это ДВС-синдром? Сперва он вызывает микротромбоз. Отсюда проблемы с речью. Далее все остальное, включая кровотечение. Но что могло запустить ДВС-синдром? Да у нее инфекция, вирусная или бактериальная. В любом случае, мы сделаем Анне полное КТ. Мы должны исключить все причины, включая неоплазию и онкологию. Пятерка, мне пора. Ты уезжала. Не хочу расставаться с тобой ни на минуту. А ты не боишься, что я тебя надоем? У меня трудный характер. Ну, если ты в отца, то я справлюсь. А если в мать? Тогда сдаюсь. Все. Ну пусть тебе сейчас уедет, ведь. Все, пока. Вчера вечером мне звонил профессор Красовский, декан первого меда из Санкт-Петербурга. Вы позволите мне составить вам компанию по пути к метро? Вы ведь к метро идете? Я бы ничего не имела против вас, если бы это не оказывало такого
разрушительного влияния на судьбу Маши. Я не надеюсь на мгновенное понимание, но уверена, что со временем вы со мной согласитесь. С этим трудно согласиться. И это вряд ли когда-нибудь произойдет. Ром, люди меняются, становятся старше, мудрее. Ну? Предлагаемая вами мудрость мне не подходит, а уж тем более ваши методы. Все-таки я предпочла бы договориться. Да. Я не брошу Машу. Хорошо, я понимаю ваши чувства. Я все понимаю, хорошо. Я боюсь, что вы не понимаете. Ну, жизнь нас рассудит. А сейчас я очень просила бы вас не совершать опрометчивые шаги и оставить эту вашу с Машей затею по переводу из Москвы в Санкт-Петербург. Я обещаю, что не буду ставить палки в колеса. Я не верю вам. Если мы решили уехать, то мы уедем. Ясно. Если вы думаете, что ваше бегство сделает вашу жизнь спокойной и беззаботной, вы очень ошибаетесь. Это угроза? Нет. Жизненный опыт. Угу. Не смею вас больше задерживать. До свидания. До свидания. Ян, поставь, пожалуйста, на зарядку. Не пора ли выкинуть на помойку этого динозавра? Зачем? Он отлично работает. Чтобы позвонить и отправить сообщение, мне достаточно. А то, что он выглядит как музейный экспонат, ничего нет? Да. Но это подарок мамы. Она мне подарила как раз, когда я уезжал в Москву, чтобы я всегда мог с ней поговорить. А теперь она не берет трубку, когда я звоню, она отвечает на сообщения. Остальным пишу, тоже молчат. Так, я думаю, ты справишься здесь, да? Я тогда на кухню пойду. Я дома. Ир. Ты заболела? Нет. Да просто у меня голова раскалывается. А где Филипп? Твои родители забрали. У меня просто болит голова и насморк. Я понял. Давай собирайся. Прокатимся до больницы, сдадим анализы. Надо проверить. Да что за ерунда? Я никуда не поеду. Меня в самолете продуло. У Быкова обнаружили менингококковую инфекцию. Ты с ним недавно контактировала. Тебе надо еще что-то объяснять? У меня ничего нет. Собирайся. И мне вообще сейчас не до болезни после того, как ты облажался с сатаналом. Ладно, я завтра до работы заеду и сдам эти... анализ. КТ? Это не опухоль. А у тебя результаты посева? Отрицательные. Значит, это патоген, который мы не можем найти. Да это не точно. ДВС-синдром – это убийца со множеством причин. Это может быть лейкемия. Даша. Пап, привет. Привет, Катя. Ты к маме? Нет. Мама тебе вчера не все рассказала. Привет. Только не говорите, что я хорошо выгляжу, я не поверю. Ань, ты что, встречалась с Быковым? Я? Нет. Привет. Не помешаю?
этого зависит твоя жизнь. Я знаю, что ты с ним встречалась. Ты мне запретила и сделала все по-своему. Мам, прости. Я услышала в отделении, что Быков умер. Кать, выйди в коридор, пожалуйста. Подожди в коридоре. Какой ужас. Я просто хотела выяснить, кто заставил его врать и наговаривать на тебя. Что же он сказал? Ничего, к сожалению. Прости, я хотела помочь. Так, Аня, ты понимаешь, что будет, если об этом узнает прокуратура? У тебя будет не меньше проблем, чем у Андрея. Тебя точно заразил Быков, но это не менингококк. Ты куда? Сейчас мне нужно кое-что выяснить. Наверное, им нужно какое-то время, чтобы все это принять, все. Простить меня. Дима, простить за что? Надеялись, ждали. Собирали деньги на учебу. И в любом случае я кого-то предам. Либо тебя, либо семью. В общем, не важно. Не хочу об этом. Кофе хочешь? Нет, не хочу. Поезжай домой. Купи билеты, возьми отгул, не знаю, или за свой счет. Ты должен поговорить с матерью. Я уже пытался поговорить с дядей. Нет, с матерью. Она тебя поймет. А полетели вместе? Нет. Я останусь здесь и буду отрабатывать за тебя. Я обязательно вернусь. Кроме менингококковой инфекции, был еще неидентифицированный патоген. Точно такой, может быть, и у Анны. Но у Анны Сергеевны ничего подобного не нашли. Пока не нашли. Андрей, я настаиваю на версии с лейкемией. Нужно сделать биопсию костного мозга. Эта инфекция убила Быкова за 2 дня. У меня нет времени на несостоятельные версии. Андрей Николаевич, я тоже волнуюсь о состоянии пациентов, и я тоже хочу помочь. Прости, я не хотел тебя обидеть. Андрей, зайди ко мне. Ян, прости, пожалуйста, сходи в лабораторию. Пусть сравнят анализ крови Быкова и Анны. Хорошо. Андрей, мне позвонили из Следственного комитета, сказали, что ты не пришел по повестке. Ты понимаешь, насколько это серьезно? Я ничего не получал, я уже 2 дня не ночую там. Это не имеет никакого значения. Ты понимаешь, что ты усугубляешь ситуацию? Прости, но ситуация для меня сейчас не имеет никакого значения. Как раз-то имеет! И для тебя, и для больницы, и для Анны. Андрей, я вынужден требую, чтобы ты покинул больницу немедленно. Тем более официально ты здесь больше шучу, не можешь. Шучу, что ли? Нет, не шучу. Ты поставил репутацию больницы по серьезному удару. Анна умирает, ты мне про репутацию? Андрей. У нас в больнице достаточно много хороших врачей. Все они будут заниматься Анной. Нет у меня выбора.
меня есть выбор. Я не могу здесь остаться как медбрат. Я останусь как родственник. Ты в разводе. У нас есть дочь. Попробуй вытащить меня. Она попросила подумать и остаться. Не хочешь уезжать? Оставайся, я одна поеду. Нет, не поедешь. Ну, в смысле, одна не поедешь. Вместе поедем. Ребят, гляньте у себя в аккаунте. Пришли новые результаты анализов. Мой аккаунт заблокирован, я теперь посетитель. Док, ты был прав. В крови он Сергеевна тот же патоген, который убил Быкова. Ну что ж, картина прояснится. У Анны и Быкова в крови грибок кандида. Это правда, что ты сказал? Правда. Дарья Александровна, подготовьте антимикотики. Вы обеспечите пациентку полную изоляцию. Тереза, все, кто был в контакте, должны сдать анализы. Проследите. Вы помогаете, ясно? Приступайте. А родственники должны покинуть служебное помещение. У нас карантин. Если вы хотите справиться о здоровье пациентки, обратитесь в регистратуру. Подождите, послушайте. Я без вас бы не смог определить, чем инфицирована Анна. Вы все большие молодцы. Для меня было большой честью работать с вами. Спасибо. Стойте. Держи. Ты все слышал. Ты ей нужен. И нам всем тоже. Андрей Николаевич, мы прикроем. Конечно. Да. Док, мы с тобой. Спасибо. Так, все, давайте. Андрей Николаевич, можем поговорить? Валер, прости, давай потом. Это уже чересчур. Главный врач рискует перезаражать всю больницу. Да нет, это ты специально, я знаю. Решил проверить соблюдение протоколов по противодействию заражения. Это антимикотик от кандидозных инфекций. Через несколько часов вам будет легче. Какая же я была дура. Если бы Катюша тебе все не рассказала, я бы умерла. Не мне же одному совершать ошибки. Все будет хорошо. Проблемы с доком? Никаких проблем. А вот у тебя явно что-то случилось. Ну давай, колись. Даш, может мне вообще уйти? Как думаешь? Сменить больницу или город? Начать все сначала? А смысл? От себя не убежишь. Надо учиться решать свои проблемы.
А ты научилась? Ну вот видишь. Ну расскажи, что случилось у тебя? Ну вот представь, если тебя заставляют сделать подлость, и от этого пострадает очень хороший человек. А если ты эту подлость не сделаешь, то пострадает другой человек, невинный. Кого спасать? Первого, второго? Обоих. Как? Ну, для начала расскажи правду. Ир, собирайся, поехали в больницу. Я никуда не поеду. Анализы ничего не показали. Правильно. У Быкова и у Берка сначала мы тоже ничего не нашли. Но Быков умер, а они сейчас при смерти. Ты хочешь быть третьей? Чего ты ко мне привязался? Я занята! Мне плевать на твою Аню! Надо руки чаще мыть. Чем же ты занята? Я пытаюсь хоть как-то нас спасти! На фирме проверка по факту фальсификации исследований сатанала. Потому что публикации твоего прекрасного Быкова привлекли внимание следствия не только к Краснову, но и к фирме. Ну, это была твоя идея. Но твое исполнение не могло найти кого-то поумнее? Быков умер. Я соболезную. Ничего, ничего. Все еще может измениться. Нас следить может каждый, но не каждого можно поймать. Оставьте меня. Врачи не должны выходить, пока пациент не приготовился. Оставьте меня. Почему так холодно? Принесите одеяло еще одно, быстро. Разве зима не закончилась? Не закончилась. Сказать тебе, я знаю. Времени осталось немного. А ты ошибаешься. Маска не закрывает глаза. Я вижу, что немного. Мне бы очень хотелось, чтобы все сложилось по-другому. Но это невозможно. Потому что мы люди. Мы можем иногда менять жизни пациентов, но не можем поменять наше прошлое. Прости меня. Нет, ни в чем не виноват, не мучайся. Нет, нет. Нет, Гриша умер не из-за тебя. Обещай мне. Почему здесь нет внутренней связи? Здесь нужна внутренняя связь. Да что ж тобой, мила? Что ж я упустил? Мне холодно. Ты заболела, что ли? Не знаю, простудилась. Что это? Из зуб ноет.
Аня говорила, что у нее болит зуб. Но держалась она не за скулу, а чуть выше. Как при отите. Пойдем скорее. Скорее пойдем. Вот, при поступлении у Быкова был диагностирован еще и отит. А что, если у Анны то же самое? Она перепутала зубную боль с ушной. В данном случае все могло начаться именно с уха. Кандида аурис. Ушной грибок. Это что такое? Я даже не слышал. Да ты не мог. Ну, в смысле, мог, но забыл. Его открыли, этот грибок, несколько лет назад. Лечение? Есть один новый антимикотик, про него писали. Но эффективность его не доказана. Андрей Николаевич, звонили из инфекционки. Анне Сергеевне хуже, ее интубировали. Мы должны рискнуть. Доброе утро. Я поговорил с доктором Зориной. Будем надеяться, что успели. Она ведь может уже не проснуться. Она проснется и пойдет на поправку. Будем надеяться. Ты же был с ней рядом? Пока она была в сознании. Можно узнать, что она тебе говорила? Она была в бреду. Мне Кать кое-что рассказала. Аня подхватила смертельную инфекцию, потому что встречалась с ординатором, который тебя обвинил. К сожалению, так и было. Я останусь с ней. Привет, пап. Ну что, как мама? Зеленый чай бодрит лучше кофе. Мне пациентка надала, я сюда мелиски добавила. Запах роскошный. Понюхай, нет? Лучше без сахара пить и не очень горячий. Нужно отдохнуть. Давай я тебя домой отвезу. Андрей. Выяснили, где Быков подхватил эту кандиду? Предположительно, в Камбодже. Он там был с друзьями месяц назад. Их уже проверяют. Андрей, поехали. Поехали. Да никуда я не пойду отсюда, пока она не придет в себя или... Мама очнулась! Привет. Привет. Ну как ты? О, Боже.
мои дорогие. Я никогда не была так рада видеть столько врачей вокруг себя. Температура упала, давление нормализовалось, и аритмии нет. Спасибо вам всем большое. Ты ведь была моим последним пациентом. Было бы очень грустно, если бы у моей карьеры врача был другой финал. А так, можно сказать, хэппи-энд. Андрей Николаевич, ну ты же вернешься. Завтра прокуратуру вызывает. Еще неизвестно, чем дело закончится. А ничем это дело не закончится. Док, тебе ничего не грозит. Это Новицкий. Это он подделал результаты исследования сатанала. Подкупил несчастного Быкова, чтобы он тебя оговорил. Меня пытался шантажировать. Прислал мне списки пациентов и требовал подтвердить, что это именно ты изменил диагностические данные. Такие вот дела. Так что завтра в прокуратуру поедем вдвоем. Да ты что? Спасибо, Лер. Док, так вы теперь точно вернетесь? Док. Андрей Николаевич, не все потеряно. Привет. Привет. Что читаешь? Введение в фармакологию. Хочу вспомнить то, чего никогда не знала. Но это похвально. Мне интересно. Слушай, а чем ты собираешься заниматься после выписки? Жить, раз уж не умерла. Не знаю, может, учиться пойду. Думаю, что смогу. Только благодаря тебе. Значит так, после выписки я тебя отвезу к себе, поживешь у меня немного. И даже не надо спорить. Не поняла. Ты зачем? Это временно, пока мы не разберемся с твоими кредиторами. Послушай, Кира, ну ты же не сможешь всю жизнь прятаться в больнице и бегать от них. Мы справимся. Благотворительного забега. И прошу поприветствовать наших героев бурными и нескончаемыми аплодисментами. Андрей Николаевич, ну слава богу. Здрасте, Катюш, молодец, что пришла. Анна Сергеевна, я рада вас видеть. Я уговаривала маму остаться дома, но она была непреклонна. Умница. Да еще и замечательная возможность привлечь внимание к важнейшей теме. Вон там наши все, вон там. Будем здесь ждать. А где Зурина? Дезертировала, дежурство у нее. Дорогие наши медработники. Шахерезада моя прекрасная. А где Дильмурат Рустамович? Он улетел домой. Да? Чего хочешь? Шарик? Флажок? На флажок. Ребята, ребята. Ага. Ребята! Ян, не отрывайтесь от коллектива. Присоединяйтесь. Этот забег организовал правительством Москвы, чтобы привлечь внимание к важнейшему смотрению. И за ваш ежедневный подвиг, друзья, мы говорим вам огромное спасибо. Давайте поаплодируем нашим участникам. Ну что же, в нашем деле... Маш, привет. Привет. Вот наш герой, пришел. Вот он. Слушай, я тут подумал, а чего мы убегаем? Ну, этот перевод в Питер тоже своего рода трусость. Бежим от проблем, которые надо просто решить. Видишь,
Ну не такой уж я и трус. Ты совсем не трус. Я тобой горжусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Привет, мам. Привет. Привет. Здрасте. Красавец. Спасибо. Если ты по поводу Питера, то мы решили не ехать. И я рада, что ты пришла нас поддержать. Я уверена, что вы победите. Точно победим. Маша, Машенька, Маша, к нам. Начинаем уже. Приглашается четвертая клиническая. Ну что, второе терапевтическое. Покажем всем. Вперед, вперед, вперед. Пойдем. Давайте поприветствуем. Четверка! Здорово. Привет, док. Здоровьем решил заняться. Точно. Решил поменять свою жизнь. Участники, вы готовы? Да! Болельщики, вы готовы? Да! На старт! Внимание! Поддерживайте участников, поддерживайте! Вот так, молодцы! Одну секунду, ладно? Какие дела? Ирина под подпиской о невыезде. И я, как видишь, не только под подпиской. Серьезно косячил. Зачем ты это сделал? Ты же врач. Да потому что я был всегда хуже, чем ты. Игорь Викторович! Да, иду. Иду. Да. Кабинет этого освободил. Там все так, как было до меня. Как будто меня там и не было. Привет. Мне кажется, ли ты меня избегаешь? Да, просто много дел в последнее время. Подожди. Мне Тереза все рассказала. Да, я действительно ищу новое место. И я очень тебя прошу меня не отговаривать. Подожди, ты можешь хотя бы объяснить мне? Что? Почему? Потому что я никогда не смогу тебе заменить ее. И я прошу тебя, давай не будем об этом. Пока я не найду новое место, будем просто коллегами, как раньше. Я прошу тебя этого не делать. Пожалуйста, Даш. Ты мне очень нужна, я без тебя не справлюсь. Ты нужна не только мне, ты нужна больнице, нужна пациентам. Ты единственный врач, который может в здравом уме, без эмоций, оценить ситуацию и... Называть пациентов по номерам вместо имени? Я думаю, что ты с легкостью найдешь мне замену. У тебя много хороших учеников. Да, подожди, стой, стой, не уходи, стой. Да. Понял, сейчас иду. Восьмерку поступил пациент с подозрением на Абада Киари. В моей практике такого не было. Можешь помочь мне? Нет, я не могу.
Прости, мне надо бежать.